Доброе утро. И мы уже проснулись. Варюха тоже вон. Идет. Где-то. Здесь. Вот она. Алена сейчас тоже встает. Я грею сырники сегодня будем доедать. А девчата пойдут на тренировку. Не девчата, а я. Да, Алена поведет просто варюшку на тренировку, а я пойду на работу. Сейчас они погреются. Еще чуть-чуть. Ну ты совсем запутала волосюшки свои, вырываешь. Ну, давай, снимай. Ну, что ты делаешь? Какой у нас очаровательный завтрак. Сырнички. И Варюша села. И сидит. Иди, бери тарелочку себе. Резинок постоянно нацепляет на руку. Что за мода? Ну, это что такое? Всем приятного аппетита. Вернулась домой. Уже жду... Газовщика должен прийти, и мы с девчатами пока решили пообедать. Я что-то окно открою, мне холодно, закрою, мне жарко. В общем, будем доедать опять лапшинник. У меня тут еще нужно по делам сбегать, и сегодня хочу заняться активно съемками. Вот. Что ты делаешь? Бесится? Бесится эта собака? Ты то бесится? Смотри, такая красивая девочка. Ты то бесится? Ты такая красивая. Ой, как она умеет. Не трогаю тебя. Я собралась кушать. Буду. Да? Ты умеешь так хвостиком вилять? Красотулечка. Вот Варюшечка пришла с занятий. Она занималась. 3 часа не занимались. Говорит, устала. Так что все, мы кушать. Всем приятного аппетита. Сбегала я уже по делам. Забежала в магазин. Сейчас будет небольшая распаковочка. Ты что, одну съела уже? А, я же хотела вам показать, какая пастила получилась. Вообще офигенная. Это с субботы мы готовили. Вот я сегодня была у родителей, и мама мне дала пастилу. Сейчас покажу. Я переложила в пакетик. Это Алена вот не доела. Вот такой вот рулончик. Короче, вообще... Сейчас вытащу. Не могу вытащить. Я положила в бумажные пакеты. Вот у меня есть. И она получилась вот такая вот коралечка. Вот такая. Она прям офигенно вкусная. Вот Алена уже умяла половинку. Мне тоже нравится. Это мы в магазине как-то брали. Но та более мягкая, она, в нее что-то добавлено. Она, знаете, как желе больше. А вот это прям пастила. Прям вкусняшка. Так, сейчас будет распаковочка. О, какое огорчение. Я сейчас все доставала и вспомнила, что я забыла кофе купить. В общем, купила девчатам шарики. Они любят с утра и, знаете, так, на перекус у них бывает. Молочко, киви, авокадо, пончиков, 2 упаковочки. Потом кексы шоколадные. Здравствуйте. Бананы, рамена 2, сыр и хлебушек. В общем, вот и все. Покупка на 1300 рублей. Здравствуйте. И мое страдание, полученное место, и мое страдание, что я не купила кофе. Я уже никуда не хочу идти, поэтому вот без кофе. Я готовлю раменчик, и в конце уже остается 2 минуточки, я разбиваю туда яйцо. Где оно? Хотела показать, но его что-то там не видно. Тебя-то видно, а вот яйцо не видно, в общем. А, вот оно. Начинает вот так вот. Мне прям нравится. И Алене нравится, кстати, когда яйцо разбиваю. Смотрите, какая эстетичная тарелочка. Тарелочка-то да. Ну так вот нам на такую порцию, обычно на одну порцию яйца, нам 2 было яйца разбить. Ну так, в принципе, тоже ничего. Все. И почти готово. Сейчас будем кушать. Варвара захотела поесть хлопья. Что я не ем рамен. Да, но я ей предлагала что-нибудь приготовить. Много дней. Она сказала, я поем хлопья. И плюс у нас всякие вот такие штучки есть к чаю. Так что будем кушать. Еще вкусненькая пастила. Так что всем приятного аппетита. Это, кстати, мой прожектор и блузка, чтобы добавлять свет. Это у меня лайфхак. На прожектор. Много не сыпь. На прожектор ложу блузку бирюзовую, и цвет получается бирюзовенький. Гениальный человек я вообще. Видите, какая красотища. Вкуснота. Мы с девчатами готовимся ко сну. Сегодня что-то опять у меня вечера пролетают вообще незаметно. Я сегодня, правда, инстой позанималась, мне кашель доконал. Хотя я сегодня выпила 2 раза мукалтин. Чувствую, сегодня ночка будет
веселая. Хотите, вам покажу Варварин чистый не надо, стол? Не надо, не надо, не надо. А что не надо? Да. Я могу и Аленин показать. Так у Алены чистенько прибрано, а у тебя тут до потолка до самого лежит. Да какого потолка? Тут все равно... Давай покажем. Нет, нет, не надо! Всем спокойной ночи и всем пока-пока!